Бабушки с дедушкой нет дома. Лунтик, иди сюда скорее. Тут для тебя целая куча подарков. Надо их все посмотреть. Нам ведь тоже интересно, что тебе подарили. А то, может, и нам что-то пригодится. Ой, а подарки ведь без подписи. Как же я поблагодарю за подарок, если не знаю, от кого он? Ну, это совсем легко определить. Тебе ведь подарили инструменты, связанные с профессиями. Мы с Пупсинем и Вупсинем сможем угадать профессию того, кто сделал подарок, а значит, и его самого. Спасибо, друзья! Кузя, Пупсинь и Вупсинь будут называть профессии, а ты щелкни мышкой на того, кто угадал верно. Начинаем! Отлично! Я давно это хотел. Только вот кто мне это подарил? Солдат! Ювелир! Врач! Точно! Отличный подарок! От кого этот подарок? Шахтер! Музыкант! Повар! Я так и знал! Ух ты! Интересно, от кого это? Ткач! Музыкант! Учительница! Точно! Отличный подарок! Отлично! Я давно это хотел! Только вот кто мне это подарил? Ткач! Музыкант! Солдат! У тебя отлично получается! От кого этот подарок? Ювелир! Шахтер! Художник! Я так и знал! Ух ты! Интересно, от кого это? Художник! Музыкант! Солдат! Верно! Отлично! Я давно это хотел! Только вот кто мне это подарил? Врач! Солдат! Строитель! У тебя отлично получается! От кого этот подарок? Ткач! Учительница! Музыкант! Я так и знал! Отлично! Я давно это хотел! Только вот кто мне это подарил? Художник! Строитель! Повар! Отлично! Надо сказать большое спасибо! От кого этот подарок? Ткач! Шахтер! Строитель! Верно! Ох, вот и все! Столько отличных подарков! У меня еще никогда не было такого замечательного дня рождения! Спасибо вам, друзья! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз!